Всем привет! Меня зовут Скрэч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, сегодня я планирую стать... Так, стоп, подождите! Мне кажется, или там за мной шпионят, ё-моё, пойдем, пожалуй, домой. Короче, сегодня я планирую стать Флэшем, получить новый, нереально крутой костюмчик, который даст мне невероятные силы. Вы хотите стать Флэшем? Да, я хочу стать Флэшем, постучаться? Молодой человек, стоять, стойте. То есть вы хотите сказать, что вы хотите тоже использовать силу Флэша, быть быстрым? Типа того, да, вы чё? Не постучались-то, влетели ко мне в дом, а ну вышел отсюда. Простите, простите, простите. Ну ладно, войдите. А вы сказали, вы хотите стать Флэшем? Да, да, хочу стать Флэшем, и что с того? У меня прекрасная новость. Я безумно новый ученый, который сейчас хочет создать Флэша. Вы хотите создать Флэша? А зачем? Я фанат. А, я понял, я тоже. Тогда пойдем это создавать, только сейчас я кузницу обворую. Так, о, неплохие шмоточки, хлебушек, золотые слиточки, штанишечки. Мистер ученый, вы мне сначала расскажите, как мы будем вообще получать силу Флэша. Точнее, буду я ее получать. Ну да-да-да, вы мне нужен просто подопытный. И, скажем так, придется прожить то же самое, что и Флэш во время получения его способностей. Нифига себе! Это безумно круто! Мы запихаем вас в ускоритель частиц, шандарахнет вас молнией. О, ну это мне нравится, это мне подходит. Так, ладно. Главное, чтобы вы выжили. А что, я могу не выжить, что ли? Блин, проболтался. То есть, ну, главное, пошлите. Подопытный нервничает. Я не нервничаю, мы все равно в Майнкрафте. Господи, что со мной происходит? Почему я? А как выбраться? Подопытный начинает колеблется. Так, так и запишем. Угу. Есть ощущения какие-нибудь? Я непонятные ощущения, как я вообще здесь оказался, ё-моё. А ничего, так, пошли скринки, так, надо это фигурировать. Стрёмно. Что по ощущениям? Давайте, говорите, все мне, давайте. Ну, такое чувство, что сейчас взорвусь, блин, ой-ой-ой. Все хорошо. Я вообще, Улыбнитесь, ваши ощущения. Я вообще ничего не понял, как я вообще здесь оказался, я помню только. Ты хитрый ученый. Ударил меня дубинкой и посадил в ускоритель частиц. Какой дубинкой? Это ты себя дубинкой сам ударил? Вон у тебя в руках она. Ну ладно, допустим. Ощущение, ну, как бы меня такое чувство, что взорвали изнутри молниями какими-то, но! Я чувствую скорость, ё-моё! Ты чувствуешь прилив силы и можешь теперь бегать очень быстро. Я чувствую молнии, только они нестабильны. Для этого нужен костюм, но давай просто посмотрим хотя бы, что у тебя сейчас уже есть. Я могу двигаться довольно-таки быстро. Могу еще быстрее. Вот это эффекты, это на самом деле максимально круто и максимально громко эти молнии так жужжат. Ё-моё. Я засекаю, ты мне скажешь, давай, я считаю до 10. Раз. Ну, в смысле, беги уже. Да, бегу. Два, пять. Да, с управлением тебе надо стараться. 7 секунд. Это не 7 секунд. Там было... Я готов перебежать еще раз. Тогда я засеку это прямо на свой смартфон. Все, я понял, я готов. Да погоди ты, да, я смартфон достану. Че ты такой неугомонный? А, точно, ты же Флэшем стал. О, стой. И для того, чтобы это все зафиксировать, я поставлю тут камеру. Главное ее не сбить и не врезаться в нее, правильно? И курочек не трогай. А что будет, если я пробегу по курочке? Не, все нормально. Раз, два. Начали! Поехали! Ё-моё, офигеть! Вот эта скорость. 3, 2, 2. За 3 секунды пробежал всю лабораторию. 3, 22. Неплохо. Так, ладно, пошли, иди сюда. Давай перед камерой рассказывай, как были ощущения, а я пока подготовлю твой новый костюм. Новый костюм — это балдежно, но ощущения. Ну короче, я чувствовал молнии, я чувствовал ветер. Короче, как Флэш. Ботинки, штаны. Это же наконец-таки костюм Флэша. У меня будет так. Нагрудника я опять. А где нагрудник? Да, не понял я сейчас. Блин, мне не хватает всего несколько деталей. Ну я в принципе быстрый уже, могу это сбегать принести. Ты сможешь сходить за алмазами? Тучек 10, 2 железных блока. Нифига, а можно мне это, блокнотик со списочком хотя бы, а то я забуду, блин. Ты серьезно, что ли? Ты же подопытный должен был быть умным, быстрым и все такое. Вот тебе вот самые первые предметы, сгоняй за ними. О, все, балдеж. Так, ладно, 10 алмазов, 2 блок железа, нагрудник кожаный. В принципе, довольно-таки изи. Так, ну что ж, ребят, я в принципе выбрался с той лаборатории, и мы можем прямо сейчас с вами отправляться за... Господи, а можно мне пройти, пожалуйста? А, нифига, я чё, и ломать стал быстрее? Да, я и ломаю гораздо быстрее. Все, мне это нравится. Нам нужно сделать кожаный нагрудничек, немножечко постараться для того, чтобы найти алмазики. Ну и, конечно же, принести... Чё там еще? 2 блока железа. Тоже вполне изи. Так что погнали сначала за коровами. Здравствуйте, коровушки. Давайте-ка... Нифига, сразу 4 коров ударил одним ударом. Или как это вообще было? Так, 4, получается, кожи есть. А нам нужно кожаный нагрудник. Это, получается, 8 кожи. То есть осталось совсем чуть-чуть. Господи, но совсем скоро у нас появится новый костюм Флэша. Если честно, мне уже очень сильно хочется его протестировать. Потому что как только я получил силы Флэша, у меня открылось всего 2 способности. Первая — уменьшает скорость, вторая — увеличивает скорость. Все. Больше ничего без костюма я, к сожалению, не умею. Интересно, сколько будет вообще сегодня костюмчиков? Мне кажется, будет много. Так, еще порция коровушек. Давайте мы их убьем. И на самом деле я бы немножечко скорость даже понизил, потому что что-то я какой-то гипербыстрый.
быстрей. И давайте их наконец-таки убьем. Мне кажется, я даже посильнее немного стал, чем был до этого. Но об этом мы узнаем немного позже. Так, и последняя кожа. Все, 9 штук. Теперь мы активируем скорость. Мы теперь будем проверять скорость добывания дерева руками. Ну нифига себе. А интересно, как мы будем добывать булыжник при помощи кирки? Мне кажется, скорость будет вообще запредельная. Так, ладно, давайте делаем кожаный нагрудник. Главное его не надевать, для того, чтобы не поломать. Теперь забираем верстачок и погнали в шахту за алмазами и железом. Later. Ну что ж, ребят, я наконец-таки спустился в шахту, и теперь мы тут сможем с вами добыть железка и алмазики, которые нам и нужны. Так, добываем для начала железо. Давайте побольше скорость сделаем. Ну, знаете, довольно-таки медленно. Я думал, побыстрее буду копать. Ну, что поделать, что поделать. Так, уменьшим скорость. Все-таки в шахте с большой скоростью баловаться очень и очень опасно. Забираем алмаз. Так, нам говорили 10 алмазов. Это, в принципе, несложно. А, вон еще как раз-таки алмазы. Так, добываем. Получается, нам нужно 18 кусочков железа. И осталось всего 2 алмазика. Так, а здесь еще 3, в принципе, есть. Так что добываем. Все, у нас 11 алмазов. И осталось совсем чуть-чуть. Куча железа. Так что копаем. Так, ну что, 18 железок добыто. Все равно нам придется еще добыть немножечко булыжничка для того, чтобы скрафтить печечку. И уголечек. Это силикон, это не уголь. А где мне уголь, блин, достать? Ах, господи. Значит, скрафтим печечку и кидаем все железка на переплавку. Ну а теперь просто ждем. Ну что ж, ребят, вот наконец-таки железка переплавилась. Забираем верстачок, забираем печечку. И это значит, что... Так, верстак нам опять нужен, потому что нужно сделать железные блоки. И по факту у нас абсолютно все готово для того, чтобы мы наконец-таки получили тот самый заветный нагрудник Флэша. Все, можем возвращаться наверх. Так, мистер ученый, я добыл все, что нужно. Я здесь. Давай, 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 давай. Так, 2 железных блока, кожаный нагрудник и 10 алмазов. Ну и книжечку. О, книжку вернул, молодец. Получается вот такой нагрудник. На. Но нагрудник, ага, это первая версия костюма Флэша. Офигеть. И, кстати, у меня появилась дополнительная скорость, и теперь у меня молнии оранжевые. То есть я смогу пробежать тот круг еще быстрее. Балдеж. Попытайся. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Откуда начинать? Где камера стоит? Ну, я возле нее. Поехали, поехали, поехали. Ой, врезался в столб, опять в столб. Ой-ой-ой. Да я в кучу столбов врезался, нечестно. Кто виноват, что у меня подопытный такой криворукий? Так, еще раз, я готов. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой, врезался. Ну, прибежал. Е-43. Все, балдежненько, балдежненько. Так, а можно я еще один разочек пробегу и буду тестировать тогда способности? Нужно довести до 2,5 секунд. Понял. Побей рекорд прошлого. Ой, неважно. Давай, начали. Раз, два, три, побежали! Ура! Бежим, 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 бежим. Оп-оп, врезался, врезался. Ну, я уже там пробежал давно, да. Нет, 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 нет. Ты должен это делать без каких-либо дополнительных способностей. Просто пробежать круг. Понял, ладно. Да не, я просто обнаружил у себя новую способность, и мне это понравилось. Я готов. Так, побежали, 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 прибежал. На 27. Молодец! Профессионал. Протестим твои способности вот на этих вот чугунчиках. А я когда бежал, кстати, их даже не заметил. В принципе, я готов. Так, ну, первая моя способность называется Arm Vortex. Она позволяет вот такие вот удары делать, сверхзвуковые. Но 2 урона за 1 тычечку, а я их сделал там очень много, между прочим, да. Давай еще раз, я буду смотреть, каждый раз, как они меняются. Ага. 8 ударов. Потом, что мне? Я могу вибрировать. А зачем мне вибрировать? А, чтобы не узнали мою личность. Теперь вы не знаете, кто я. Так, что тут еще есть? Vortex Trap. Так, накрутим немножечко скорости, активируем. Ой-ой-ой-ой-ой! Я, по-моему, сделал какой-то ураган. Ты сделал чуть-чуть воздуха, но плюс 35, ты бы был полезен. Типа вентилятор, да. Не, подожди, я хочу попробовать возле вот этого персонажа какого-нибудь. Раз, два, три, я готов. Так, и... Нет, я слышу какой-то ураган. Это я сделал, видимо, какую-то там... Ловушку, я понял, это воздушная ловушка. Я замедлил время, да? Давай свою ловушку, я попробую в нее встать. Так, ща, ловушку и... Оба! Она действует около 5 секунд. Надеюсь, она в будущем у тебя развьется до больших скоростей и времени. Я могу еще на сверхзвуковой скорости нанести удар. А, вот, нифига себе! О, ты подстриг газон. Да, я, по-моему, немного подстриг газон. Ну, неплохо получилось. А где удары молниями? Ну, видимо, в этом костюме я еще не умею делать удары молниями. Пошли другой. Так, ну что, я, в принципе, готов, готов, готов. Тебе нужно спуститься будет под лабораторию и найти вот такой вот камешек. Возьми алмазную кирку. Это, по-моему, был палладиум, да? Да. Ага, я понял. А где спуск в подземную лабораторию? Тут мостик какой-то, да? Да-да-да-да-да-да, спускайся. Так, понял, принял, обработал-то. А, блин, я железные блоки думал. О, стой. А, стою. Мы закрыли лабораторию, потому что там временные призраки. Я уже понял, ё-ё. Так, ладно, временные призраки, с ними мы, думаю, сможем разобраться. Еще можно сделать сверхзвуковой удар. Что ты творишь?
ешь, нет, не трогай. Бедные ученые. Ладно, сейчас расфигачим. Так, значит, активируем способность замедления времени для того, чтобы офигеть не встать. Вот это я понимаю, Флэш. Еще. А, то есть я сверхзвуковой удар наношу каждым ударом. Все, закончились мои сверхзвуковые удары. Добить всех временных призраков, отправиться на поиски палладиума, за которым нам сказали как раз-таки отправиться. Больше здесь вроде никого не осталось. Так, ладно. О, по воде я тоже могу бегать. Не, по-моему, я по воде только вперед могу бегать. Ну да. Давайте активируем с вами фазирование и пройдем примерно вот сюда. Здесь я вижу еще парочку временных призраков, которые непонятно, что тут делают. Офигеть, еще сзади откуда-то появились. И, кстати, они выглядят прям очень и очень стрёмно. Прям какие-то жуткие ребята. И я заметил, я могу бить даже не в них, а просто рядом с ними. И тем самым попадаю. Это, видимо, сделано для того, чтобы я мог на огромной скорости сражаться с ними просто на раз-два. Здесь какой-то проход. Здесь какие-то лабиринты. И еще один призрак времени. Нам нужно найти палладиум для того, чтобы получить новый костюм. Второй. Это во втором, по-моему, костюме у меня уже будет белая молния. Если я не ошибаюсь. Так, ладненько. Получайте. Нифига, я все стекла снес. Офигеть, офигеть. Это мне нравится. Давайте. И курочек парочку снес. Ну, довольно-таки такая неплохая способность. Ага. И мы получаем палладиум. Так, но он не в блоках падает, а в каких-то штучках. Ну, возможно, это то, что как раз-таки и нужно. Так, ладно, не, с этими призраками времени тоже придется разобраться в любом случае. Потому что почему бы и нет? Они стоят на месте. Когда я активирую ловушку, я понял, они не могут двигаться. Добиваем. Все, в принципе, со всеми разобрались, так что можем выбираться. И, по-моему, нам бежать куда-то туда. Думаю, выход мы с вами найдем. А что тут у вас произошло в лаборатории? Скажем так, ты немножко повлиял на наши полы, поэтому вот тебе стекло, начинай выбирайся оттуда. Понятно, так, стекло. А, это стекло, чтобы я починил пол, что ли? Да. Ёперный балет, тут везде, что ли, дырки в полу, я понял. Проапгрейженный костюм. О, да-да-да-да-да. Это с белой молнией тот самый. О, офигенно, офигенно. И... ты полностью закончил? Давай, герой, заканчивай свою работу. А у меня стекло закончилось. На еще. Да, кстати, а в этом костюме я могу кидать молнии. Можно я сначала протестирую молнию? Попробуй. Я смотрю на этого Стива. Идите сюда, мистер ученый, наблюдайте за этим. Опа! 95 урона, нифига себе! Офигеть, 95. Это я дракона с двух ударов убью и тычку рукой придется снять. По сути, да. Я даже спиной могу драться. Я бью сразу двух спиной. Офигеть, это я настолько быстрый, да? Господи, так, меня, походу, очень странный подопытный. Давай еще раз вот, сделаем тест. Так, твой последний рекорд, да, 2:25, да? Готов, я готов, я полностью готов. О, нифига себе, я вошел в спидфорс. О, мне это нравится. Так, не помню, как из него выходить. Так, ладно, нам нужно выбраться. Нужно побольше скорости, наверное, накрутить. Куда-нибудь бежать. Бежать, куда глаза глядят. Господи, как мне все-таки нравится этот спидфорс. Он выглядит максимально круто. Я, по-моему, выбрался. Мистер ученый, я здесь, я пробежал. 7.74. Как 7.74? Я в спидфорсе бегал там несколько минут. Марш. Так, побежали. Побежали, я пришел. 2:15. Ну, довольно-таки неплохо. Ты вот здесь побежал, а не вот здесь. Ну, я там пару кругов еще просто сделал вокруг тех столбов, да. Мистер ученый, хотите, я открою портал в спидфорс, и вы войдете туда. А ну-ка! Опа! Вон он, прямо в стене засосался. О, походу придется открывать еще один спидфорс и искать там ученого. О! Блин, все нормально? Что это было? Господи, я столько всего увидел. Нужно срочно сделать тебе новый костюм. Новый костюм, это хорошо. Дай свой костюм. Я знаю, как его проапгрейдить еще. Так, ладно, еще апгрейдить костюм. У меня осталось немножко твоего палладиума. Какой-то ученый стал сумасшедший после спидфорса, вам не кажется? Так, получай. По-моему, это точно такой же. А, нет, немножечко другой костюм. Но способностей тут вообще других нету. Все те же самые. А можно еще его проапгрейдить? Принеси мне динамит, полстака. Нифига себе. Ну ладно, вот полстака. И все, больше ничего не надо. О-о-о, балдежненько. Вот, готово. Я почему-то начал все очень быстро думать и очень быстро все делать. Балдеж. Ну, этот костюм тоже ничего не дает особого. Видимо, у Флэша больше и не будет других способностей. Но, по-моему, по ощущениям, он даже немножечко побыстрее. Хоть скоростей также 60. А есть какой-нибудь прям супер уникальный, безумно крутой костюм? Давай я сначала проапгрейжу тебе костюм, а потом ты сделаешь мне одну услугу. И на этом разойдемся. А какую услугу? Я, может, и не захочу выполнять никакие услуги. Мне нужно будет сходить в старую лабораторию, принести мне одну штуку. Все, я готов тогда апгрейдить свой костюм. Сейчас, короче, ребят, получим самую последнюю версию костюма. Поможем ученому в чем-то непонятно в чем. Есть золото. Два блока. Два блока золота? А где я... А, ну, в принципе...
Вот тебе. Это пятая версия костюма. Так, нифига себе, он модный. Но тоже не добавляет никаких способностей. Ну ладно, ладно. Может быть посильнее. Так, ладно, неважно. Куда, в какую, где старая лаборатория вообще находится? На севере от твоей деревни, грубо говоря, за твоим домом. Одна маленькая лаборатория, небольшая совсем. Одна проблема — призраки. Да, ты с этим сталкивался. И, возможно, будут некоторые неприятности, но думаю, ты с ними разберешься. Найди реактор. Самое главное, найди реактор. И принеси мне. Быстрее, 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 быстрее. Как быстрее? Ладно, ладно, короче, побежали тогда. Это по стенкам хоть умею бегать? Умею, балдежненько. Так, нужно найти для начала свою деревню. Так вопрос, где она находится? Короче, ладно, отправляемся на поиски. Later. Так, ну что ж, ребят, я наконец-таки нашел свою деревню. Теперь мне нужно найти болото неподалеку от деревни. Так, где бы его найти? Надеюсь, мы его... Ага, вот болото. И где-то здесь, как мне сказали, должна быть заброшенная лаборатория. Ой, как хорошо, что я все-таки по воде могу бегать. Так, о, наконец-таки я нашел ту самую лабораторию, которая, походу, мне и нужна. Правда, она немного разломанная, но, видимо, так и должно быть. О, призраки времени, извините, до свидания. И, кстати, тут же я не умею уже делать вот такой вот удар сверхзвуковой. Мне придется кидать молнию на... Нифига себе, его размазал. И, знаете, надо было их собрать, наверное, в кучу и потом кинуть молнию, потому что это как-то не то. Мы потратили целую суперспособность на то, чтобы убить одного призрака времени. Ну, как-то такое себе, несерьезненько. Так, ладно, давайте расфигачим вот этих еще двоих братишечек и отправимся в лабораторию. Так, мне здесь сказали что-то принести. О, господи, сундук какой-то, книга и перо. А ну-ка, прочитаем. В ходе эксперимента подопытный стал мутировать. Я где-то просчитался. Надеюсь, следующий подопытный не станет таким же монстром. Интересно, это вообще про что? Так, ладно. А ну-ка, призраки времени, расступись! Сделаю для вас ловушечку. Оп! О каком-то монстре говорят. Здесь какой-то странный вход. Видимо, мне нужно сюда. А ну-ка, нажимаем кнопочку. Опа-на! Так, попробуем в него кинуть молнию. И половину хп ему сняли. Неплохо. Плохо. Теперь активируем вот эту вот способность. Замедлим, пожалуй, время. Ути, какой медленный маленький чувачочек. Ну давай мы тебя сейчас расфигачим. Получай, он даже не успеет оглянуться, и его уже не будет. И сделать для него ловушку, чтобы он не смог из нее выбраться. Все, он вроде стоит на месте, и мы можем его убить. Нет, все-таки не стоит собак сутулы. Давай, получай! Ускоритель. Ага. Видимо, как раз-таки ускоритель нам и нужно принести. Тут до лаборатории уже недалеко, так что отправляем туда. Так, ребята, вот как раз-таки лаборатория. Бежим к ученому. Здравствуйте. Давай. Ты что делаешь-то? Ты ж мне костюм там обещал новый еще один. Я тебе дал костюм уже. Все, ты свободен, можешь идти. В смысле свободен? Ё-моё! Какой-то очень сумасшедший ученый. Ладно, повыбиваем ему пока стекла. Ну ладно, давайте дождемся, пока он там все вколет в себя все вот это вот. Получит суперспособности. И надо его отфигачить, а то вообще офигел. Ты понимаешь, ученый, я тебя сейчас отфигачу. Кого, блин? Наконец-то. А теперь иди сюда. Не-не-не-не-не-не! Ну придется, походу, его отфигачить, а ты что-то офигел. И что ты от меня убегаешь? Блин, а как по нему попасть? Окей, замедляем время. Я его пока не вижу. Он просто офигеть как. Вон, я видел его молнии. А че он такой быстрый? Я замедлил время, и он все равно умудрился свалить куда-то. Тот момент, когда я оказался в спидфорсе, я прознал. Я могу стать сильнейшим, да. Так. Не-не-не-не-не. Мне не нравится тут драться по кругу бегать. А ну-ка, иди сюда. Я не могу замедлить время. А че такой мощный-то? Че такой быстрый? Молниями кидается вообще, что ли, офигел? Я тоже так могу замедлить время. И теперь я точно в него должен попасть молниями. Стоять, не надо в меня вот этим вот кидаться. Ну чё, по-моему, неплохо получилось. Так, все, надо заканчивать с этим чувачком. Надо посадить его в ловушку. В ловушку, я сказал. О, он в ловушке. Но здесь ты точно никуда не денешься от меня. А чё ты меня поджигаешь-то вообще, что ли? Так, стоп, куда он делся? А, все, я понял. Мы выходим из спидфорса и... Где мы окажемся? О, прямо рядом с лабораторией. Все, я понял. Так, ладно, пора искать этого чертового. А вот же он. Ты будешь сидеть в ловушке и получать трендулей. О, мы его победили! Балдеж! Мне это нравится. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Все ссылочки в описании. Ну а с вами были Ричи и Скрэч. Всем удачи и всем пока!